Ульяновский театр кукол стал участником 5-го Сахалинского международного фестиваля «На островах чудес». Гастроли проходили 10 дней. Среди участников также были артисты и театроведы из Аргентины, Франции, Турции, Испании, Грузии, Ирана, Румынии, Молдовы, Белоруссии. Зрители увидели 26 постановок, в том числе 3 спектакля Ульяновского театра кукол «Волк, коза и козлята», «Волшебный колодец» и «Мама и я». Поразил сахалинский зритель. Зритель, который ждет встречи с театром кукол особенно, и настолько благодарная реакция зала я, по-моему, не встречал нигде. Это действительно было здорово. То есть вот эта встреча, невзирая там на всякие наши обязательства, финансы и прочее, встреча с таким зрителем, она всегда очень приятна и заставляет просто понимать, что мы живем не зря, что мы не зря работаем, выпускаем спектакли. И нас ждут везде, не только в Ульяновске, в Ульяновской области. Поездка стала возможна благодаря участию в федеральной программе «Большие гастроли», которая помогает театрам из регионов расширять творческое сотрудничество и привлечь новую зрительскую аудиторию на территории всей страны. Также по программе «Большие гастроли» в ноябре в Ульяновске будет гастролировать Государственный театр кукол Удмуртской республики со спектаклями «Маленькая метель», «Жемчужина Кахару», «Кот в сапогах». Напомним, что текущий 2019 год в России объявлен годом театра. Его мероприятия охватывают многие направления. В частности, по инициативе губернатора Сергея Морозова идет реконструкция исторического здания Ульяновского театра кукол. На нее выделены федеральные средства – около 17 миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура» и 4,5 миллиона рублей из бюджета Ульяновской области. По словам директора театра, уже в ноябре театр откроет свои двери для зрителей. Только что мы были на планерке со строителями. Обсуждали такой вариант, что на следующей неделе до 25 числа нам сдают кассовый зал. Мы открываем продажу билетов на спектакли, которые планируем начать показывать уже на нашем стационаре где-то с 5 ноября. Ну, я очень надеюсь на то, что строители слово сдержат, и тогда мы сдержим свои слова и обещания перед нашим зрителем. Александр Владиленович показал нам, что делается и что сделано в плане ремонта. В настоящее время на полу в фойе выкладывается новый паркет, на окнах устанавливаются новые рамы, снаружи деревянные, а внутри пластиковые. Потолок обновлен, а после 18 ноября зрители смогут посетить спектакли в малом зале «Трансформере». Кроме того, полностью отреставрирована кровля, восстановлен ее исторический облик, и она соответствует современным требованиям градостроительства. Сейчас завершаются работы по укреплению фундамента современным методом инъекций. Фасад отштукатурен и приобретает свой цвет. Даже столетние ворота предстанут в обновленном виде. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ.